Всем привет! Ассоциация фигурного катания Китая CSA подтвердила, что в сезоне 2018-19 в стране не будут проводиться какие-либо соревнования под эгидой Международного союза конькобежцев Айсун. Все соревнования, в том числе этап Гран-при по фигурному катанию Cup of China, Shanghai Trophy, этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, этап Кубок мира по конькобежному спорту не будут проводены в Китае, как планировалось ранее. Есть две причины, по которым мы временно приостановили проведение мероприятий. Во-первых, каждая сборная должна чаще выезжать в другие страны и лучше интегрироваться в международные системы подготовки и соревнований. Во-вторых, приближается Олимпиада 2022 в Пекине. Многие арены не могут быть использованы для проведения мероприятий в запланированное время из-за проведения ремонтных работ. Мы старались изо всех сил, но в конечном счете не успели в срок, сообщили в CSA, то есть Ассоциация фигурного катания Китая. Мы, да, по данным источника, отказ от проведения мероприятий даст достаточно времени, чтобы лучше подготовиться к проведению мероприятий в будущем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Буду очень счастлива. Всем хорошего дня. До свидания.